Проклятый огонь! Ela. Кайр, тебе нужна помощь? Мой муж с отрядом ушел на войну, и с тех пор я одна. Я бы хотела отправить письмо. Дешевле было бы нанять посыльного. Да, но они неосторожные. Видишь ли, человек в отряде, которому я хочу написать, не мой муж. А. Да? Да, мне кажется, муж что-то подозревает. Хорошо, если он прочтет письмо до того, как муж прикажет убить его. Но если нет, защити его. Ждешь, что я доставлю? Именно. Доставь в целости. Я справлюсь. Слава богам! Это все. Фобос, вперед! Thank you.
Ты уже знаешь? Да, наконец. Это тебе от одной женщины? Как раз то, что нужно. Возьми деньги. Темнота мне на пользу. Если меня тут заметят, будет плохо. Что такое? Что за дела? Чудеса! Thank you.
что-то неладно. Это что? Что это делает?
Здесь опасно. Надеюсь, меня не заметят. Нужно действовать осторожно. Выпусти меня!
Тебя послали сами Мойры. Спасибо тебе. Лишь бы не заметили.
капитан! Yeah.